крупнейшего кризиса энергоресурсов проходят невероятно масштабные протесты. Ситуация критическая. Во Франции уже вспыхнула так называемая Вторая Великая Французская Революция. Германия близка к гражданской войне. В США угроз кризиса полезных ископаемых. В России поднимаются российские националистические настроения из-за огромного потока беженцев из Европы. Фашисты! Одновременно с этим наблюдается экономический бум за счет притока большого количества специалистов. Был создан аналог французского легиона для беженцев под названием «Русская рать». В Африке стало спокойнее. Строятся новые города, производство модернизируют. Эксперты полагают, что к 2030 году Африка станет вторым Китаем. Краткая сводка. Не надо, краткую сводку не надо. Я думаю, все читали надо, анонс. Надо. Давай, нет, давай. Надо. Сейчас нет. Российская разведка обнаружила, что ВВС... Давайте запуск. Да. Давайте. Смотрите, чтобы сейчас ничего не сломалось. Подождите. Теперь из-за вас, те, кто решили вот это пропустить, чтобы он не читал, мне придется этот замуху сейчас читать. У вас КВ, по идее, я не уверен, возможно, настроено. 165 и все. У вас настроено КВ, у вас настроено. Антеп! У первого Владимира 65, у второго... Ладно, говорит командир отряда, всем собраться у Ми-8. А вы не будете в арсеналах там это все корректировать? Сначала брифинг, потом уже все остальное, так, давайте. Принято. Без проблем, давай. Нахуй твой брифинг, может, все знает. На брифинг. Поставь на крик. Тут пизда выйди, сюда подойди. Выйди. А, так я не знаю, вот, рядом. Здорово, мужик. Так. Понимать бы... Прием, кто на КВ? Желтый это из своего... Командир на КВ. Родион, ты... Понимаешь, у нас тут все... Я слышу. Что? Что? Вторая группа. Первая. Народ, я понимаю, сказали построение у Ми-8, но это К-52. Вы дебил, я вас наебал, я даже не командир. Просто по приколу сказал. Ну, организация. Так, давай КВ обсудим. Ты говоришь, что все? Брифинг будет? Нет, алё, прием. Да будет, я же говорю людям о шейках из арсенала. А в одном отряде с тобой. Я у тебя желтый сверху? Ну да. Какой у нас КВ? Сейчас, давайте на КВ 101. User joined your channel. User left your channel. Наш отряд КВ 150. User joined your channel. Нет, ты со своими. Привет. У тебя не командира, нет. Не кричи. У тебя командир зашел. Мне это не волнует. Заходи в КВ. Какая КВ стороны прием? У вас ДВшка должна же быть. У нас ДВП, да. Раз, два, три. Зачем? ДВ-50 настроен. Ставь понял. Второй канал, 101. Так, а мой отряд, отойдите. Ставь все второй канал, 101. Бля, я так понимаю, К-дисциплина нам соблюдать придется, да? Да. У пехоты все КВшки настроены уже автоматом. Потому что когда все кричат, это... Ребят, ну как бы командир даже школу не закончил, как бы какая дисциплина. Да, вот именно. Я это на уроке сидеть могу, что какая дисциплина. Ура! Привет, Антон. Добрый вечер. Ура, я тимспик починил. Ёбаная К-12, хуй-то. Я знаю, что это плохо, я знаю. А тут чё, раз не банка обязательно у нас в этом... Капс. Не знаю, на сам решай. Так, вы на 150 и КВ? У нас ДВ-50? ДВ-50, А почему я говорю, что я слышу? У тебя какая рация? А ты, у меня вот такая еще. Как модель, как называется? Кольскинь нет, МР-300, МР-3, там 3 цифры, сейчас скажу, ББВ-мод, да, МР-300, ББВ-мод. А почему у нас не слышно? А вы взяли его? А у нас встроенная же в тему. А, понял. Да, ты этот убери, после дополнений. Твари. Сейчас, погоди. Какой ДВ, пацаны? Пар глобальные настройки, и там убери... Кот, дружище, я не могу. Кто командир? Ну, я не знаю, кто. Кто командир, кто там? ДВ-50 у вас, батон. ДВ-50. 50 у вас. Я распис... А что у вас, что от меня надо? Шифрование он хочет, чтобы дали. Шифрование, а смысл-то?
я понял, все понял. Да, я так понял, это типа медкостовская, и поэтому не слышно. Вообще, по-моему, это не медкостовская. Нага, какими снарядами заряжаются эти дроны? Что, гранатами? Обычными? Вообще любые. Ну, в смысле, как перейти? Берите себе GPS, потому что в базе нет ни у кого GPS, кроме командира, видимо. Два на нампаде тоже. Просто два на нампаде, и все. Раз, два, три, прием, отлично. Раз, два, три. Чё слышу? Прием, на 150, все свои? Если вам нужно, там. Ну, должно быть нормально. Из первой герани. Мне кажется, там должно быть нужно. Первая герань поставила 150. Миха, я, конечно, все понимаю, но нет, нет, нет. В смысле 150 или 155? 150. 150. А, подожди, тогда изменяю. Обсуждаю, блин, а если будет у них... А, вон, то поменяли, ага. Так, Нага, еще раз, любыми гранатами, да? Я вылезу и убью антихриста. Нага. Вот смотрите, смотрите, берем дуры, противовоздушные, помогаем воздушной пехоте. Только мертвый негр не играет в баскетбол. Только мертвый негр играет в баскетбол. Ой-ой-ой-ой. Слушай, сколько взять? За что они про что, суки, замочили? Замочили. Опять нихуя медицины нет. Что, блядь, ну, повтори. Что за хуйня? Берите медицины. Сейчас передам. 10 штук. Видишь, там несколько... Там несколько и возьми морфина и пенеприна. Я имею в виду в стоке. Иди сюда, зайди в арсенал, возьми себе. Настраивайся быстрее, и ты уже можешь начать выполнение задач. И что, отмечать надо все дела? Какими гранаты брать? А, любые вообще они цепляются, как я слышал. Да, я не знаю, какие лучше взять. Факел это что у нас, эти термитные? Если вы возьмете дымовую, то он сбросит дым. Вот эти коробки, это арсенал. Дым и арсенал. Факел это что? А факел это что? Хуйня какая-то. Факел это вроде зажигательная. Супер мега российский спецназ. Только беруши, да? Больше ничего не надо. А, кстати, парни, так есть точно. Просьба. Хоть кто-нибудь возьмите. Может, патроны все получше нам пригодится. Я уже взял. Пацаны, все берите. А, все, супер. Да, GPS у всех обязательно. Ну, в любом случае не понадобится. Кто GPS? Нет, это они сами там. Так, фадак берем, кстати, фадак берем. Почему фадак? Потому что у нас фадак. Ну. А, тут GP... А, нет. PNR 1000A5, чё? А бери фадак. Так, зайди сейчас настройки, мультиплеер, okay. Пушту толк, разбинди нафиг, я забыл. О, тогда бери GDV. Дроны мы как поделим? У нас два оператора БПЛА. Чунтар, ты тут? А, какая частота? 151 или 150? 150, 150. Разбиндил. Иди сюда. ДВ какое? Возьми АНРЦ-164 еще. Какой ДВ? Дальнее. Дальнее действие, да. Скифон приеме. Какой ДВ, ёбаный в рот? Нет. Понятно. Да-да, вот первый терминатор. Пока что протестинируйте. Просто 50, просто 50. 50. Так, вот Кайл. Можешь сейчас за это. Да, да. Ждем БПЛА. Ты на ДВ, ты на КВ, да? Да. Костя, вы готовы? Ну, я да. Ответить, не пока. Давай работай БПЛА, открывай терминал. Привет. Просто открывай терминал, ты бери на эти АР2 и начинай помечать. А ты на какой КВ 64? 150. Всё. Далее связывайтесь на со мной при аккомодации. Ну да. Поставил меня тоже. Кот, ты на КВ? Правильно? Ну, смотря на каком. Ну, 150 наше КВ. Ну. 155. Я тут. Радио... 155 же. Родион. 150, не 155, 150. Что, ты на 150? Да, я на 150. Я тут один, походу, монокуляр взял. Ну да, ты гей. Анархист, ты на 150? Можешь закинуть. Ее оттачит РГО? Чу, блять. Да, ко мне кто-то прикрепил РГО? Не, это всему серверу показывается, это нормально. А, я понял. Там просто, это, там просто дрон дрон чё-то живет. Ты себе на ПК поставил тепловизор? Ты шо? Да. Да ты, конечно, не мотай. Ну, у нас же современная война все-таки. Все, да, логично. Ну. Да, я тоже согласен. Ну сейчас типа у меня специализация такая, ты не можешь, я как бы на поддержке. Хотя бы просто закиньте себе рюкзак. Это, Тантеп.
Слушаю. Я на взлете. И, да, там, разбирайся сам, если что. Если что, буду передавать, что будет что. Вот такое. Так, вот Night Stalker, нет, это другое. Какой карту ты брал? Какой ты взял? А, Night Stalker, вот. Какая вообще цель? ТВС, ТВС. А что за МГ? МГ это типа для пулемета, чтобы держать отдачу? Да. В смысле, куда? Нет, типа там пристрелка. Возьми еще РПГ и загрузи его. Еще, подожди, Костя, давай в сторону. Какая цель? В сторону, давай отойдем. Я не могу, я управляю, я сижу, управляю. Выйди на секунду, в сторону отойдем, потому что... Че с тобой, чел? Он упал. Если ты упал. Я упал, поскользнул, что давай тоже упать. Уходи. А как это сделать? Че, где ты? Анимация рядом. Антеп. Да. Короче, так, штаб на связи? Штаб. Так, все, я так, тут. Но, цель какая? Дико извиняюсь, а как вы сюда К-52 вообще поставили? Легко и без проблем. Не говори, как давай, вы стоп. Погоди, Антон, а ты кто? А, ты танкист, хорошо. Какая цель была? А, просто отмечать. Хорошо. А, лазером? Да. Все принято. Короче, ищешь ПВО, отмечаешь их. Угу. Лазером. Я, когда отметил, говори, я передам штабу. Дальше запуск пойдет. Ладно, я сейчас. Так, могу сказать, минус один ПВО, его сбили. Короче, все. User joined your channel. Не надо меня забрать. Я сейчас пропаду с ДВ, если что-то важное скажут. Ты же AR2 используешь? Да. Ну все, ладно. Ну один ПВО уже потерял у нас. Его сбило. Его сбили, ПВО. Потому что я хочу взять стукит, а он не вмещается. Дальний волновой. Ну его сбил ПВО. Его тупо сбрили. Так, первая героиня, хотя бы в рюкзак можете закинуть себе аптеплак, или просто как основной прицел. Ну, я тебе говорю, просто, если что-то скажу. Так. Вот. Шестой, назад! Да. Так. Угу. А, пиздец, стардоги. Ну, наверное. Включаешь? Еще. Окей. Что делать? Он с БПЛА. Принято. Спасибо. The information. Так, вижу аэродром, вертолеты. Ну, главная цель у тебя это любые ПВО. Да а там вот еще есть некоторые ПВО, короче, они установили на химтах. Что, сука, сейчас долаем помериться? Ну, я пока ни одного не вижу. Гараж техники. В общем-то, я просто сообщил. Они, скорее всего, будут на берегу. Вот в этой зоне, но вот ближе к берегу, типа. Знаешь, на вот этой всяких бетонных подложках, вот этой аэропортовых. Ага, но... я вот ищу, смотрю. Блядь. Есть. Навел. Навел? Лазер есть? Все, ожидай. А, штаб на связи? Лазер на видит. Сообщите, когда пуск будет. Ну ладно. А, ладно, реально услышали. Так, проверять. Помогите. Держишь лазер? Да, держу. Короче, давай я сейчас даже ДВ-шку на динамик поставлю. Нака, скажи что-нибудь. Так, не поставил, что ли? А, я вернулся, но немного странно. Костя, кто-то не есть? Попадание есть? Я по дальней? Попадание есть? Нет. Я пушку не видел. Ну, ты же лазер держишь? Да. Ага, интересно. Скорее всего, еще летит. Ну, наверное, да. Ладно, ждем. Сидим. Ай, да уж. А у нас еще попадания не было. Чего
Может, просто не прогрузилось. Ты еще держишь на той цели, да? Да, там хаммеры катаются возле него. О, понял, понял, еще одна пошла там. А у тебя, эй, слышишь? У тебя какой БПЛА? Синий или красный? Врача. АР-2. Красный, даже можно красных. А этот корабль-то синий? Не-не, там переделали, там легко переделали под красные тролли. Ладно. Там же можно просто группу добавить, короче. Ну и да. Все. Я улетел в другой мир за 30 километров, в другой угол карты. Как громко. Вот, да, если там реально сейчас все баллистические ракеты позабивали, это будет как-то... Ну и чего вы тут стоите такие, как геи? Дрочим. А им ждем тут с БПЛА. Понял. Дрочите с БПЛА? Да-да, присоединялся. Хочешь, присоединялся? Давай, заново. Присоединись, давай, пошли. Не, давай жестко протокол с этим. Блин, а какие корабля? Ракеты брать? Я их не шарю. Ну чё там? Меня переехала машина. ПТР. Не флуди. Ну я в смысле не флуди, ну, прям у меня операция идет, я на БПЛА сижу, у меня связь с командиром. Ну, я к вам отношусь. Вот. Так, да, ну что там, что? Попадание. Попадание? Уничтожен. Так, одно уничтожено. Так, это что, какое было? Прием, все на 150-й? Да. Это первая прилетела, походу. Наша первая герань на 150. А чё брать герань 2? Меняю точку для лучшего обзора. Так, ну чё там? Ещё нашёл что-нибудь? Ну вот, меняю точку. Меняю точку для обзора. Я понял. Подождите, что... Место высадки. Очень много. Навел. А наводка есть, ожидаем. Чем быстрее его прилетит, тем лучше, потому что, насколько я вижу, оно меня обнаружило. Желательно как можно быстрее. Все, минус. Че минус? Батала? Зенитка минус. А, все понял. Давай дальше тогда. Сколько их должно быть? А штаб, сколько их должно быть минимально? По нашим сводкам, которые я вижу, в районе трех. Около трех, ага. Да, они есть. Все одинакового типа? Разного. Они разного типа. А сколько блядь, осталось? Ты чё, блин? Ай, блядь, башка. Четыре? Ё-моё, тебе ещё долго стоять. Я сейчас за борт выкину, подожди. Он умер? Нет, он жив. А, навёл. Ща его за борт скину, нахуй. Короче, до сих пор валяется. Блядь, оставь меня! Парни, у меня радмин умирает. Есть попадание, уничтожено. Попадание есть, уничтожено. Пизда тебе, теперь точно за борт нахуй. Я здесь не сохранил снаряд. Сохранил снаряд. Пизда тебе. Отойдите в сторону. Так, что попадание было. Подождем. Еще три. Как парк передать всем? Еще три. Пока мы не выбьем все ПВО, тогда не выбьемся. Еще три ПВО осталось найти. Передай там дальше. Пират, допустим. Вот вторую группу передай. А, стой, я... Ой, Костя, я на секунду к пиратам. Если что, что-то включим. Навел. Костя. Я главный. Чего? А, пират, ты... Ты на КВ вышел?
Ожидаю прилета. Есть прилет. Есть прилет, что? А если у меня все сдохнут, я ничего, блядь, делать? Я на машину КВ приду. Меня так просто не убьешь. Так, попадай. Осталось два. Мислода, пожалуйста. Сейчас тут чуть-чуть разобраться и выдвинемся. Мы это ВМФ, да, ведь? Мы ВВС. Ну да. Мы военно-морской флот. Мы ВСС. ВСС, отлично. Да, что? А им кайфуй. Ох, нифига, он от стены вылез наконец. Тут их хлопнешь. А если я похлопаю? Будет против, если я один ящик с медициной затащу в бэху. Да спизди, конечно. Навел. Че, че, Костя? Есть наводка. Есть наводка, а штаб наводка есть. Я уже 4 раза, наверное, говорю, штаб наводка есть. Нарко полностью. Есть прилет. Есть прилет, штаб. Давай последний, находи, все, и наконец-то. Да, да, вот. Есть. Нашел новый? Да. Нашел новый? Все, да, да, штаб, да. Наводка есть, наводка есть. Так, сейчас пошел последний. Сейчас последний прилет будет. Есть прилет. Штаб есть. Ждаю. Ну, что-то пока нифига не слышу. А то диски. Так, ну, вы вообще куда усаживаетесь? Бля, он умер. Ну, а какие варианты? Пресс F. Принято, да, почему он открывает течение головы у нас? Да, помянем. Да, не. Ладно, короче, я сейчас быстро в магазинах натырю. Всё, они включили, уж, ну, они... Передавайся, короче. Прием, все наши на прием? Командир, на ДВ? Чё ты, уйди! Скажи, куда ты ходишь? Кого ты крысу назвал? Есть пенсионный фонд, есть реабилитация. Второй отряд, да, чистота слона. Мне все равно нечего терять, скорее всего, сейчас. Какая? Плохого пинга. 100. Частота 100. Второй отряд. Ребят, что, садился, нет? Прилетели, нет? Сюдачи, нет? Нет, дело в том, что у меня просто нестабильный интернет. Не просто фигня. Пацаны, полетели, чудачи, нет? Чё, меня-то спрашиваешь? У меня право. Да никуда не летим, сидим. Тут хорошо, тепло. А тут сошли рюкзак, начинай помогать мне снаряды для РПГ-7 пускать. И РПГ-7 тоже пускать. А встаньте, короче, нет, второй отряд. Нет, понимаешь, типа вот люди тут на одном месте бегают, там всех такое. Ты всех собери и что скажи. Завтра занимаешься. Нет, первый, я чё? Такая база. Давай, давай. Две, какая, чё? Вот я приготовила, тогда я тут по приеду, приведу. Костя дома был. Да фигня. Я две пары отсужу, и мне могу там и на 4 остаться. Это не ошибись. О, да-да-да, вот такой. Провязка связи, как слышно. Нет, не слышно, давай вторить. Для РПГ-26 лучше снаряд пускать. Стоп, у тебя какая рация? Скив, давай к нам присоединяйся. Ребята, если хотите, можете сейчас в БМП. Скив, это мой дрон. Короче, давайте все снова. Да. Что вы говорите, я не могу, чего вы? Потому что все на фадаке, он дальше всех бьет. Кот, ты что хочешь сделать? Это мой дрон. В смысле, чувак? Мой. Два дрона всего? Да. КВ-100, если шо. Народ, иди, извиняюсь. Я один поднял наверху, значит это мой, тогда это мой. Да, я его и гранатами зарядил. Как я его заряжал? В смысле, ты заряжал? Прямом, я его РГД пятыми зарядил. А, мне показывают РГОшки заряжены. Ух, их знает. Так, а на связи, Герань, первая.
смотрят. На связи. Короче говоря, мы выдвинемся на вертолете. Прошу Костю, перед этим прошу Костю посмотреть место высадки. Первое. Второе. Отлично. Оцени там пока что обстановку. Вылетел. Все, принято. Блять, что происходит? Да зараза, что-то не... Владимир Владимирович Путин? Да у меня фигня какая-то сраться. Альт-пи, нажми. Короче, парни, давай. Пират с нами, что ли? Какое место высадки осмотреть? Что тут, как там? Опа. Это в какую вертушку садиться? Я сразу в неё сяду сейчас. А, всё, давай, давай, очень громче. Давай. Кот, досмотри, оба. Так, всё, загружусь. Так, Пират, ты выходишь? Какая что выхожу? Контент, что у вас по плану? ДВ-50. Ебашим героин. Подожди. Ой, здоровью желаю. Да-да. Короче, у нас сейчас вариант такой появился. На низкой высоте сейчас нас Шерпа докинет до места высадки, скорее всего, первого. И второе, меня очень пугает вот эта вот часть. Будьте аккуратны, вот на первом месте высадки вам могут сразу начать стрельбу. Ага, понял. Второе будет лучше всего. Ну, второе, кстати, да. Кстати, надо не забывать перетаскивать смотрю. Костя, досмотри, получается, лучше всего второе. У меня, получается, уже стоит это число. Контрук апслок. Тогда контрук апслок. Нажми, ты должен начать говорить ДВ. Слышно меня? Да, слышно. Ты, короче, так, смотри. Он с нами, пират, блять? И в каком отряде? Он командир Трова. У нас командир? Да, тихо пока что, не говорить на КВНчик. Пират. Пират именно, не я. Ты что, серьезно? Я серьезно. Пошли. А у вас сигареты есть? Нету. Сука. Да. Смотри. Все есть, смотри. Откуда, блин? Где он взял? Я тоже внутри, смотри. А где? Все просто. Че это? А, это курить, я понял. Выходи быстро. Бегите к арсеналу, беги к арсеналу. Все сохраняем пресеты. Надо сохранить пресеты. Все сохраняем пресеты. Мало ли что произойдет. Ты что потом кита не дадут? Ладаутс. Костя, ну что там? Кот, это там два дрона было невооруженных. Это ты с ними что-то сделал? В смысле, которые? Аэр вторые, кажется, называются. Мы по заданию должны были с помощью них уничтожить ПВО. А, ну все, нету этих дронов. Нету. И поясни, как будет арсенал. Понял. Ну сохрани и так далее. Дальше я уже. Сказали, говорили, что. А, ну все, ты что. Бля, тебе рушина вообще нужна? Разве? Не слышу. Ну, жик спит. Давай, не бомбишь. Не пасть, нормально. Все будет хорошо. А! Дважды контрол нажми, чтобы оружие на живот положить. Контент, на вертушку садимся, я оттуда уже. Там очень долго лететь. Да. Все, давай. Нажми. Так, Герандим на связи. Что будет? Герандим. А скиф на связи. Если все сохранились, грузимся в вертолет. На место принято. Пилотов не садимся. Есть, принято. Ой. Ну хорошо, бля, можно просто телепортировать туда и все. Они как будут там, я вас понял. На места стрелков можете садиться, но не открывайте огонь. Только ответный. Здорово, мужики. Ага. Садитесь все. Все. Пойдайте всем, садитесь давайте. Обе грани, обе грани. Давайте обе грани, погрузка в Ми-8, обе грани. Пехотные отряды, погрузка. User joined your channel. О, бля, что? Бля, кто говорит? Миха, ты как... А, на этот, высадка Терминатор 2. На подлете. А чё полетишь?
Хорошо. Удачи, брат. Все готовы? Можешь взлетать? За вертолетом? Не-не-не-не, у нас еще не сел первый, второй. Еще не все погрузились. Я подцеплю один, ты второй бери. User left your channel. Будет еще второй Ми-8, сюда сядут. Ну что, все сюда взлетели-то, блядь? Ну и сейчас у нас будет подцеплять 2 БМП, у нас 2 Ми-8. Мы подцепим сейчас один БМП с пехотой, и во второй, если что, кто-нибудь погрузится. Понятно. Сейчас, в общем, все на второе место высадки, дальше будем вдоль берега. Дальше там разделимся, дальше с вами будем действовать. Прием, Чечня на связи. Подцепил? Досматриваю первое место высадки. А, хорошо. Все, все, забей, забей, надо лететь. Много есть просьба. Точнее вопрос. Нет, нам сказать телепортируют БМПшку, телепортируют БМПшку. БМПшку телепортируют. Первое место высадки свободное, противника не наблюдаю. Но через какое-то время, возможно, прибудет подкрепление сюда. Да я об этом думал тоже. Тендеп. Да, да, да. Второе место высадки вообще пустое, можно спокойно высаживаться. Да, да, отрабатывайте спокойно. Советую все же, советую все же первое место высадки, второе оттуда там очень узкое. Горошка. Подожди, говорю, тут очень громко, тут везде флудят. Ай-яй-яй, так. Летим. Тут у нас получается герань 1, 2. Ага, отлично. На первое место высадки. На втором там сильно узко. Ну, в общем, батон, батон на связи? На связи. А давай тогда на первое место высадки. Все сели вертушку или нет? А, вот даже чуть, даже давай чуть ближе к высадке Терминатора 2. Понял. Чуть западе. Так все сели вертушку или нет? Герань 2 на связи. У меня, короче, в рюкзаке еще одна труба, прикиньте. Нормально. Герань 2 на связи. Герань 2. Пират. Привет. Герань 2. Ответь на твой. Кэп, вас ПДВ вызывают. Что, пират? А, так, а вы чем начнете заниматься? Я предлагаю нам вместе выдвинуться сначала... О, что за дымы, базу. Ебать. Нихуя там пиздец. Потише, подожди. Так, короче, герань второй, давайте сейчас. Мы высаживаемся на место высадки, это чуть западнее места высадки основного. Дальше свишемся сразу на юг, возьмем сначала авиабоём. Вообще, я предлагаю сначала радиостанцию забрать. Немного вот так обойдём скользь. Дальше уже, пробив вот тут, захватим её, дальше пройдём к военной базе. А, хранительный план поддерживаю. Поддерживаю. По-моему, кто умер только что? А это на кого забить? А, помяди. А, кстати, герань 2, прошу еще ставить на себя эту метку, передвигать с собой, на всякий случай. Желательно ставьте ее синий. А хотя, не, ладно. Чё синий? Красный. Да, я забыл просто. Судя по всему, сейчас будет высадка. Да. Просто сейчас будет касание. Касание? Высадка. Высадка пехоты? Высадка, вся высадка. Высадка и прикреплю все около камней. Здесь ближайший километр, ни противника нет. Тогда двигаемся. Чендеп, мы двигаемся? Оставайтесь пока что, просто осмотрюсь. Разреши, там нас кто-то вперед убежит. Это я, мне не надо двигаться, не убегайте. Да-да, так. Давайте вперед камням, чтобы не стоять на открытом пляжу. Держу. Амахо бич, блять.
блядь, гадюка. Теща, что ли, моя муша? Это, блядь, Рома, что ли? Я не думаю, что это тёща. Да, вроде бы свой. Кто собьет этого дрона, получит по шляпе. Нихуя ты снипер. Походу, блять, все эти плаки сидели, да? А че нет? Не, ну я тоже взял. Так, по маршруте движения вижу укрепленную территорию с окопами и пулеметами. Пулеметы спрятаны за укрытие, тяжело будет пробиваться. Может сбоку обойти эту шалупу? Ты пометил? Пометил? Сейчас обойду. Пометил? Не, погоди, я пытаюсь уйти от огня. А что, нет, что нет. Стрельба? Грань. Это по этому по дрону. Понял, понял. Так, где вы сейчас вопрос? За камнями. Метки Родион. На метке Родион. Ага, так, чище. Нам отдвигаться можно? А нет, стоим, стоим. Принято, но у нас один пехотный снайпер выдвинулся вперед. Че за звук? Пуля пролетела, по-моему, пуля пролетела. Нет, чувак, по-моему, тоже пуля пролетела. Это по-моему, да. Это я дрон сюда за камни сныкал. Будь осторожен, пули летят. Блять, какие пули? User joined your channel. Че вы нахуй несете? Че, двигай? Прием, Чентап, ты на связи, на прием? Да подожди, да-да, на приеме проблемы со связью. Принято. В общем, терминатор один. На карте метка актуальна. Укреп район, ты вот эта метка, да? Да. User left your channel. Так мы же её в целом просто можем обойти. Спереди нас тело, на камнях, вроде бы свой. В разные стороны смотрят. Так, давайте перегруппируем. Короче, так, давайте, линии. Выстраиваемся, давайте в колонну и двигаемся вдоль линии. Очень странно. User joined your channel. Okay, постоп, группа, стоп. Герань 1, ну и герань 2, давайте продолжаем движение. Это в броне есть место? Мне в броню бы сесть. Прием, командир, спроси, в броне есть место? Нашему туда подсадиться надо.
Ладно, какая частота ДВ? Я к вам эту броню подсел. Это Геранзин, вы сейчас идете около меня, надеюсь? Да, они там, блядь, куча где-то возле камня стоят. Камни, объект, который спиди распорядок. Что ты называешь кирпичи? Объясни всю суть плана тогда. Нужно поехать вперед и спалить позиции. Ну, окей, вот я обратно. А я могу сразу проскамить, что там по позиции. Я не вижу никого, там тоже разбегаюсь. Там впереди пометки укрепрайон, там выкопанные окопы длинные. Там стоит около 4 пулеметов. Они все находятся за мешками укрепленные. Укрепрайон, вперед есть, вперед пока есть. Вперед, вперед. Чуть правее, чуть-чуть. Чуть левее. Сейчас, если получится, я даже с помощью их огня подсвечу вам, где они. Ты уверен, что это хорошая идея у нас на броне? Вон, все, он уже стреляет. Уха, тихо, погодите, я слушаю, действую плану, вперед, давай, вперед. Куда не гони, блядь, мы сейчас как дебилы выглядим, вперед, ехать, искать. Так вы решите, ребят, ну кто мной командует, ты, Игорь? Я, мне объяснили, что делать. Тихо. Дрон бит-бит, дрон бит-бит. Бит-бит. Бит-бит-бит. Дрон ГГ. Но рандомная пуля сбила. Это сигнальный флайер или что? Похоже на светительный, правда? Да, это... Они предупредили потом в нашем продукте. Так, давайте как можно быстрее лучше перебегаем до юга, дальше оттуда начнем заход к радиостанции. Ох, это что-то началось. Да, как можно быстрее добегаем. А, Костя, ну что там, нашел что-нибудь? Как и нашел, так и потерял. А сколько дронов осталось? Ну, один под управлением второго отряда. Но, скорее всего, они его потеряли. Все принято. Если так, то тогда двигайся за нами. За нами метко ведется Геральт один. Уже сзади. Все отлично. Так, вы все знаете задачу? Все знают. По России у штаба, если у них там еще в запасах осталось. Бой не вступаем, с ними бой не вступаем. Разрешите по бегам хуярить? А, нет. Ранен 300-й. Дай. Даю дымы. Разрешаю отрабатывать пехоту. Принято. Я за котом. Да. Пойдем откроем, он 300-й, он ранен еще. Да я тяжелый. Ух, тебе пизда, братан. Я говорю, я тяжелый. Да я тебя отнесу тогда, я только вырву сейчас лучше, потому что просто его ебать. У нас один тяжелый 300-й. Или он? Он тяжелый. Три? Он тяжелый 300-й. Остров и дополнение. Ой, ё-моё. У нас... А кто у нас медик? Ты? Я медик, да. Я не медик. Я 300-й, лёгкий. Тихо. Я голову усилю. А, нет, мне нечего. Не пизда. А она не лечится, она запаганная. А что с медициной? Да. Она запаганная, да, я же говорю. Ван, тут долбанутая медицина, так что да. У вас практически с первое ранение до смерти.
Звучит как хуйня. Надо отходить тогда с ранеными. Да, да, да. А у тебя хирург набор есть? Есть, конечно. Но я его... Чтобы понимать, что... Я... Здесь аптечка нужна, хирург набор. Мои познания в медицине позволяют мне это сказать. Да, тут баг. Это конкретно здесь, именно в игре баг. Медицина. Вкалей морфи и попробуй. Видишь, я не могу тебе давать, только шкуты могут обладывать. Я, если бы я мог тебе торс включить, я тебе кровь сейчас поставил в уличку. Смотри, у меня красное тело, у меня ушибы, здесь тебе аптечка нужна. Да, они не лечатся, понимаешь? Че, у тебя аптечки нет, что ли? У меня есть аптечка, у меня, небольшая кровопотеря, влей 250. У тебя большая, да у меня небольшая. Все, время тогда отставить. А, ну, значит 500 вливай. Аптечка, она от прямого кровопотеря. Она, чтобы использовать аптечку, у тебя не должно быть открытый характер, это не есть. А, нет, кстати. Видишь радиостанцию? Не всегда так. Можешь досмотреть ее? Правда? Внешне просто, у вас же камера вот здесь. Может, к зданию отойдем? Сейчас метку поставлю даже. Да, да, 5 секунд, сейчас я ее поставлю. Еще не все, подожди. Цена, я к зданию пошел. Давай, так, давай оттягиваемся к зданию. Сейчас уже дойдем до 5 секунд. Окей. Так, Герандин, кто может, затягиваемся к заднему. Ты же бегать не можешь, да? А можешь, отлично. Так я же тебе шины поставлю. Прицел говно полнейшее. А Геранд 2, как вас? Да, жгуты сними, не. Слушай, я тут страдаю, ну ладно, давай еще тебе помогу. Китайцы хранники внутри. Я только успел чистить с ним жгуты, хорошо. Так, что у вас там по сцене? Медицина вообще. Ой, я нахуй. Я красный, со мной жгут. А, это иллюзия, серьезно. Это просто нам просто красным показывается. Нет. Не совсем. Просто медик тут больше видит, чем ты. А, понял, все. У него образование выше, поэтому он, блядь, и видит больше, чем ты. Да, я 11 спас. Да-да, союзник. А, капся там. А, капся 2, смотрите точку не вот, на район там, блядь. Здесь еще пушка растет на 7 метров. Как ты носошки поставь? Какие носошки, чувак? Все, вот я тебя вылечу. По мрабам. Так, готовы? Слышишь, Тентет? Может, не убивать по их технике, которые там стоит возле ангаров? А что там? Там мрабы какая-то. Она не ездит, она без экипажа. Она без экипажа. Я понимаю, а если их займут? Повтори. Там он вертолет тоже стоит. Ну, когда займут, тогда и это. Понял. Ну, охуеть, когда я займу туда, уже поздно будет. Принято. Ну, сейчас смысл. Может, труба пригодится. Все, принято. Можете отработать пушку? Желательно не сносить, не сносите радиостанцию пока что. Еще дохуища снарядов. Ну, кстати, одна раз туда. Так, нам нужно немного отработать по радиостанции, по метке не он. Она у меня там это, со вкусом мяты и ванили заряжена. Да. Я тут вижу цель. Танки. Направление далеко. Что? Ну, так, так. Все готовы? Да, все, все полностью. Первый персонаж танки больше победили. У меня очень много гранат было для дронов, поэтому я могу гранатами закидывать. Так, все, давай собираемся, двигаемся дальше на.
ЦКшка могла бы более эффективно работать. А чем это? Пока вы можете подождать, пробивать, подойдите вас, то... Тантеп, тантеп, тантеп. Тантеп. Тантеп, да, на связи. Влево, посмотри. Ох ты. User left your channel. Тандер. Да-да-да. Мы сейчас захватываем девушку. User joined our channel. Мы пройдем на девушку, зачистим ее, дальше попросим. Либо сами подорвем, либо попросим капсин второй. Или арту, если она подойдет. Все готовы, все в порядке. Фопасы на Лёше. Да, фопасы чёрт. User left your channel. User joined your channel. Ну, у них там абрамсы. Ух ты, что это за секретная разработка? Да, вот там вот стоит, ё. Чё там, погоди? Танк, вон. Сначала на гору показал, я мимо. Это просто. Больше похоже на наши выбиты. Там есть что-то в хабе, по-моему. А, понял. Так, кстати. Я слышу. Ой, пора. Да, сгорю туда. Укрытие, укрытие, укрытие. А, говори, Герань первая, по стрелку. Вот он еще пропал. А что по нам лупит? Получается установить? Обычная стрелковая. Обычная стрелковая. Пехота. Так, где-то из леса, я так понимаю? Нет. Нет? А, с радиовышки уже? Да-да-да. Понял. Ждать тогда. А, так, сколько у нас леса? Нага здесь стоит, смотрит на меня. А, так, дай мне еще надо скидывать. Пошли, я буду. А ты, я пока не по точке его, не совсем. А, сейчас отметим. Будет зона. Че сидите, перейдите в кустах? Да по нам арта вообще заехала. А, да? Да. А, вовремя у меня вылетело. Ну да. А лучше не стойте так в открыто, там по нам отрабатывают. А, да? Ага. Ну, а, не есть по нам, зона. Нет, непонятно, да? Да нет, там у нас всё наверх. Погоди, я добавил больше снаряда себе? Не
не знаю, но там их... Да, да. Так, сколько там радиостанций примерно? Вон там, где-то в лесу, в радиостанции еще. Вон там? Там их прям много... Да, там их прям много. Вот там, вот там. Я посмотрю, вообще, в лесу. Ну да, я вижу пехот. Так, аккуратно, аккуратно. Быстрее лучше. На трек. Бля, жаль нельзя, короче. Жаль нельзя, короче, знаешь, к дереву подойти. 400 где-то. Где-то 350-400. Ага, сейчас, я попробую. Да у меня дальномер еще есть. А, ну вот измерь. Так, а заодно скажешь, насколько я точно по карте определяю. Так, 400, говоришь? Ну-ка. Давай, попробуем. У меня ГП есть. Подожди, подожди, я точно посчитаю. Он прямо в нашу сторону хуярит, пидорас. 130... А, 500, 511, 470. А, значит, немножко неправильно посчитал. 470 точно. О, не дотягивайте немного. Сейчас повыше. Да, немного. Повыше дам. Командир жив? Да. Он жив. Он 300 или чё? С ним всё нормально. Он ГПшка. Нет, 300 лёгкий. Это скиф или кто? Я на связи, говорит. Тантеп тоже легкий. Что за техника? А, штаб, мы ожидаем... Дал метку на себя, со мной анархист. Ты техники, за техники наши были? Нет, у нашей БМП. Предлагаю вперед продвигаться. Нет, есть зона есть. У меня дымы есть много, можно по дымам продвигаться. Нужно было увеличение. Да. У вас дымы есть? У меня, да, шишки. Кого... Так, у всех, у кого есть дымы, сейчас откидывайте, будем двигаться дальше немного. У меня нет дымов. Принять тогда. А, там дальше. А у кого есть дымы, сейчас откидываем дымы. Здесь и можно по кустам можно пройти в точке. Да, можно. Здесь лес ровно, такая линия из леса есть. Можно по ней. Давайте сейчас. Да, подожди. Армата, ты. Кот, ох ты! Нет. По-моему, рядом с тобой пролетело. Угу. Меня небольшой хомик спас. Так, давайте сейчас нам нужно пробежать низину. Дальше начать вручную, где лесополоса. Вражеская авиация, парни. Да, заметили авиацию, говорят. Надеюсь, нет. Еще с горы стреляют. Нет, 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 Апач! 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 Что там Апач? Так, вон летит, долбит уже, ух ты. Так, а статус? Нурхист на актуальный. Прием. Родион, легкий 300-й. Так, сейчас срочно откидываем дымы. Как ты на себя напрямую метку откидываешь? Нахуй дымы! Давай через кусты в пизду. А это стоит, потому что это в сервере выставлено, то что типа командир интернета за мной меткой доведется. Я вижу, он заходит куда-то. Уходим в кусты, а нет. Ой, зря. Зря я так поступил, не перебегайте. Прием, подожди. Что-то накрывать тяжело. А кто у нас еще на связи? Анархист, ты жив? Анархист. Анархист. Замечен противник. Солдат. Юго-восток. 500 метров. Прием. User in your channel. User joined your channel. User left your channel. Прием. У нас 300-й прием. Я 300. У нас тяжело 300. Мы нашли место, откуда можно зайти. Ой, блядь, по нам хуярит, а погоди, отход! Даю! Вижу цель, солдат, направление 500 метров, прием. Вижу цель, пулеметчик, направление 500 метров, прием. Анархист 200. Я бачу. Да, я бачу. По нему хуярит, смотри. Принял.
Меня зажали под дерево. Я на верхней герани один. 300 средний. Я тоже 300. Терминатор 2 должен приехать к нам. А почему походу идет командир? Повтори. Это по вам что ли стреляют, блять? По мне. Вы за танком? Замечен противник. Солдат. Юго-восток. 200 метров. Прием. User left your channel. Давай мы по пути аккуратно. Управление 500 метров. Прием. Сейчас пойдет арта аккуратно. А сейчас они зальют точку неон, наша арта крабильная. И лесополосу. Код, метка актуальна. Повтори. Своя, своя, я же говорю, БП своей. Код, метка актуальна? Нет. Для котов их пизда, походу, он лежит. А, это не БП, это армата. Это Т-14, наша хуйня. Сейчас актуально. Ага, вижу тебя. Хотя я медик нужен. Кто у нас еще в отряде? Скиф. Скиф на связи. А скиф на связи, он, конечно, вяжется. Или... Слушайте, но я точно вижу, он стоит. Я знаю, я поэтому уже пытами себя облепил. Блять, по нашей тэшке хуярят жестко. Не трать медикамент, лучше сможет это полежит минуту и все. Да, у меня много с собой. Надо же было так. Знаешь. Командир жив, командир прям. Командир жив, он сейчас разговаривает, подавай. Если же кто-то из наших там впереди орёт, ты кто? Это мы, возможно. Ну нет, это мы спереди от вас, но кричим не мы. Туда от боли, блять, прям орёт. А, так вот. Вехи, походу, спустились в низину, не уверен. Да, они спустились в низину, я видел прямо у нас по фронту. А вы в дымах типа сидите или? Мы на метке код актуальный. Я к вам бегу. Чем-то... И... Все, кот, прикроешь меня? Давай. Я тебя вылечился, что ли? Это жгуты, отдай. А, жгуты, они... Все, ну я могу здесь выйти. А, нет, ты мне отдал, все нормально. А, я тебе... На, один жгут, заберите мне. Вы как тогда? Чилите? Ага. Я как диверсант хотел проползти, меня арта накрыла. Так, подожди-ка, где все? Бля, скифа не вижу, почему скиф не с нами? Кот, мы отходим. Но мы передистанцируемся. Медик. Понял. Вот я. А, не, нормально. Все, жигунечный. Свисты, арта, арта. Где? Первый, в меня стреляют. А, командир 300. Мы попали под обстрел. Не, у нас нормально в попку пока что идет, да? Первый,
Командует. Первый. Командует. Я три. Чинтер, ты ходячий? Можешь идти? Да, ты, он вернулся в состояние, он уже жив. Да, я разговариваю под КВ, под ВВ. Не наблюдают растера, куда поедет тут. Вот. Он острова не наблюдает. Техника. Да, где? Где? Тоже слышал. Пехов вижу. Так, где сейчас? Пещерка тоже делана. А, слышу вас. Хотя бы напряг... Гвардион, когда готов, тоже подбегай. Я уже бегу. Принял. Где-то с правой части, а он наблюдает с правой части стрелку. Кот особо не убегает. Они за деревьями, они за деревьями. Поставим метку бронетехники. Пехи. Радиостанция, прямо со стороны радиостанции. Я технику не наблюдаю. Работать не могу. Кот, ты там как? Живой. Принято. Чё за техника, не наблюдаешь? Я слышал, как двигатель не выключил. Американская БТР-ка. С пулеметом. Дедли типа, да? Да. Наблюдаю стрелков. Наблюдаю стрелков сверху. Один минус. Еще одного видел. Второй живой еще, он прямо забора, он возле своего друга или друг. Техника крутит. А мы не. User disconnected from your channel. Вообще стреляйте по чувакам. Пора нахуй, нет? Он, я наблюдаю его, могу рок. Пуск, давай. Попал по нему. Быстрей! Лупи, еще дай. Давай, еще дай ему. Попадание. Хорошо. Пацаны, вы там живые, нет? Прием. Это даже плюс. Блять, да нихуя это не плюс, сука, чё за долбоёб я?
Я понял намек. Попали под обстрел! Я удивлен. Очень сильно перепутаешь. Дыма нет? Дыма нет? Я один откинул уже. Больше нет. Ищи в телах. Блять, нас только... Да, нас гпшат, блять. Да. Давайте, может, двигаться к забору, блять. Ну, то лежит, блять, хуй на них. 300 лежит командир. Ну я понимаю, вы можете, блядь, идти вперед, ну, я делать? Буду его лечить. Первый. Блядь, я легкий 300. Чё за пуск был, блядь, вообще? Первый. Не попал, сука. Блядь, я ебал. Откуда? Кто? Где? Пизда, сейчас первый побудам. Командует. Что это за хуйня приехала? Это наша. Герой на связи, пошел солдат. Отрабатывайте по радиостанции и по вот этой верху. Проверь ее. Любой живой силу уничтожает. Пизда, пизда, пизда. У нас они очень близко. Физическим поре. Разумеется. Точно не он. Залейте все. Срочно я кого-то спрошу. Там тэп назад смотри. Замечен противник. Солдат. Я с кем говорю. Точно не он это врач. Прием. Там даже пехота должна быть. Много пехота. В районе пехота рядом. Спасибо. Да, подожди, мне вон работать. Там тэп сзади, в спину входит. Да, если он тронит, тогда нет, тогда вы прощаетесь вперед. Вы не заезжайте на чукен, но нет, на чукен он должен отработать вроде на армии наш вертолет. Вы возьмите чуть западнее, в лес немного, пойдитесь. Кстати, вражеский дрон передали. У меня все 300-е. Нас находят. Как поживаешь? Прием, пацаны, вы на связи? О, кот, здорово! Здорово! Третий, следуй за мной. 4 сантиметра и перекладываем. На Тантепу говорю, назад посмотри, он смотрит за БТРом нашим, наблюдает. А нас в спину ебут. А, да, нормально. Да. Сейчас еще Тантеп, возможно. Батон. Что он сказал? Я говорю, Тантеп за нашим БМПшкой смотрит, а на спину. А, сейчас вертушка нас привезет. Понятно. Ладно, я пока за дроном полетаю. Отдельно двое. Давай.
Здорово. Они там, короче, же по телам ходили наши, как я понял. То есть они прям уже на наших позициях. А чё, нога здесь сидит, что с бабом просили? Нага. Что? Чё? Нам привезли дроны? А? Нам дроны привезли? Да, поставь. Для пацанов мавики доставили, знаешь, ага. Чисто. Чисто гуманитарочка. Угу. Бля, короче, через год все, знаешь, что, наверное, возьму? MR18M1, это который... На связи. Да, на край. Это, короче, однозарядная винтовка по 12 калибр. Либо этот ружье по 366, полностью гладкоствольное. Угу. Тоже однозарядное. Пропередаюсь. Угу. Что-то не уверен, у нас пилоты пошли. Не говори. Очень неуверенные пилоты. И посадка у них жесткая. Чего такие неуверенные в себе там? Да, нулевый пилот, просто ничего делать. Бесполезно, я за него включу сейчас. А, ну он вертушку сломал. А, да, я Позорище. Позор. При посадке вертушку сломать. Позор. Позорище. Вижу цель. Самолет. Ага. Да. Это скажете, как прилетим? Я на дроне. Хорошо. А все, Геран первый все на кого вышли, да? Которые из вертолета сейчас сидят люди. Угу. И все. Пилот, где нас высадят? Куда вам? Ну куда вы хотите выйти? А, нас куда нас садить? А, вы где сейчас? Куда? Я не слышу, нафига. Мы в вертолете. Ага, садись, что значит, где в прошлый раз? Там метка анархиста. Че? Так куда вас? На метку анархиста высадишь. Метка анархиста. Анархиста сейчас проверю. Около терминатора второго. Стоял, меня слышит? Видишь, я тебе стрелял. Повтори. А нельзя поближе на Терминатор 2, допустим? Ну, можешь прям на нем высадиться, на втором Терминаторе, я говорю.
Ну, прямо у терминатора один? Вы где вообще? Нет, где? Второй терминатор. Второй терминатор. Ага, туда мы придется облететь. Вы где сейчас, отряд? Да, хорошо. Анархист на актуальный. А, на метке какой? Анархист? Логично. А, и новая еще одна метка, анархист. Нет, я ее передвинул. А. Я иду и передвигаю меточку за собой. Как бы, слушай, он это сейчас меня... Сейчас метку на нас. Он посадил другое, нужно вернуться обратно к терминатору второму, а я, оказывается, уже... Не, вы это видели? Нет, я слышал музыку. У нас все еще задача захвата девушки. Группа оставайтесь на своей позиции. Какого стоимости мы в воздухе? Мы на вертушке. А, анархист один что ли остался? Понял. Все, тогда тормозим. Все из моего отряда сейчас, кто не в вертолете, двигайтесь на метку терминатор 2. Те, кто в вертолете, приземляйтесь и сейчас мы за вами заедем. Вы сели? Нет, садимся еще. Понял, вы садитесь на пляже, где мы садились. Нет, мы садимся на метку около терминатора 2. А, все, понял, тогда понял. Видишь метку Родиона, это мы. Это по нам? Все, понял. Да. Шестой, вернись в строй. А, так, выдвигаемся к второму терминатору. Тандем ПГ у нас сейчас это еще стоит. Так, сейчас мы вместе. Сейчас мы координируемся около терминатора второго, сейчас приедет терминатор первый и Герань 2. Мы сейчас вместе с поддержкой бронетехники двинемся на радиостанцию. Дальше на военную базу. Тут уж, соответственно, аэропорт. Принято. Понял. Еще раз спрошу, я могу свободно охотиться? Повтори. Могу свободно работать? Это кто? Анархист. Снайпер. Да, наверное, типа, ну. Ну, я Тандеба спрашиваю, он у меня командир. Тюнтеп, ты на приеме? Ой, это наш Т-14 разбитый? Или он в норме? Слушай, на него прилетело что-то. Проверьте, экипаж жив? Экипаж жив. Живой. Че? Третий, назад! Нифига наш вертнарами работает. Короче, парни, мы уже двигаемся, я на БМПшке с терминатором первым двигаюсь к вам. Здорово. Там вместе перегруппируемся. Блять, там по-моему зачищать уже даже нечего. Ни хрена не понял, командир, мы выдвигаемся за вторым терминатором. Ладно, двигайтесь за вторым терминатором. Все, принято, подвигаем. Реально. Родион, обнови меня. Это F-14? Это F-14? Это обновлена, блин. Раптор хуярит.
строй. Третий, держи строй. Артём, оставайтесь на месте, я уже еду. Принято. Ожидаем. Всем доброе утро. А, реально утро. 5 часов утра. В нашем времени тут. Да, уничтожайте все. Третий, вернись в строй. Отстреливаемся. Когда техника будет готова, тогда только будем заходить. На дроне пролетал. Движения там почти нету. А, ну тогда я думаю. А, отстреливайте пеху, которых. Вражеский ББ лапар. Пиздец какой-то, 10-15 FPS. Да, а есть такое. Тут ограничение дальности видимости почему-то не дает меньше поставить. Ты хочешь еще меньше FPS, блядь? Ну, хочешь наоборот прорисовку меньше сделать? У нас вроде прорисовка с 6 до 500. Да, она у нас тут стоит, но мы ее изменить не можем, вот что случилось. Хотя до этого можно было через настройки дополнения. Может пройдем туда к точке или что, её не нужно зачищать? Прием, тентеп. Да, закрепляемся пока что. Видишь, где я имею гирандир? Двигай за мной так потихоньку. То есть мы двигаем все-таки на эту точку? Да, потихоньку двигаем. Танку по нашему выебала арта. Разрешаю. Всем отойти от здания, сейчас в трубу, труба внутрь пойдет. Стоп, пройдем. Он вовнутрь даст сейчас, в дверь даст. Давай, херачь внутрь. Давай! Там что-то горит, арсенал, кажется, поджег.
замечен противник. Солдат. Я с другой стороны взят. Блять, по нам что-то еба. Вы там живые внутри? А, мы не зашли, у нас командир 300. Реанимируем. Принято. Герой, не у вас снаружи пехотин убегает. Блять, из-за кадров я вообще попасть по человеку не могу, блять, в упор, да? Бело. Я вовнутрь захожу. Я да, я жив. Я пытаюсь чувака убить в упор, бля, ему попой. Ну типа, чё за хуйня? Нормально, нет вообще? Снял. Бля, чё за дрон подлетел? Это что? Кот, это ты? Понятно. Я. А, нахуй ты тут летал? Он направо ушел. Внутри контакт. Я парке. Так, у нас киф 300. Я не беру. А, так, а где у нас анархист? На актуальной метке анархист. Все принял. А код, ты на актуальной? Нет, я в триггере. А, понял. Мы в здании. Ты знаешь. Идем в здание такое. А у нас кто-то тут. Да ты чё? Форму не отличаешь, ты? Да, я тебе чуть-чуть задел, по-моему. А, чуть-чуть. Так, ты мне голову поставил. Голову? У меня только ногу. А, нет, ногу. Я и сам получил без слава. Открой дверь. Давай медик работай. Да я тут сам себя лечу сейчас, я сам 300. Че, еще ранен? Первый отряд, на точке не он, повторяю. На точке не он. Бля, что-то даже играть не хочется нахуй с такими фпсами, я вах. Согласен. Типа, ну, вообще без. Это, а спроси, с помощью БПЛА поддержку еще можно вызывать? Бля. А нам прилет какой-то непонятный. А с помощью БПЛА можно еще вызвать поддержку? Сейчас, ждем. Чё, есть зероинга нету, это вообще пиздец полный. Ребят, скажите, как сохранять трансляции на Twitch, на этот, на Dropbox или еще куда-то? Хороший вопрос. Спросил, что попроще. Да. Так, еще можно вызвать крылатую ракету, нам нужно будет поставить метку на карте и сообщить об этом. Хорошо. Короче, давай сейчас я. Давай я отмечу. Давайте я отмечу сейчас метку, там вот группа зданий. Да, да ладно, у меня БПЛА есть. Метка Саян есть. Туда отработайте. Кто тут станет? Ага. Лучше бы мне дал с БПЛА пролетать. Ну, ничего, опа, у нас нет. Это будет просто ракета именно. Заходит, это не союзник. А, не союзник, я слышал голос просто. Ну, если бы это был союзник, он бы нам не верил. Да, я понял. Прием. Штаб. Принято. Радиостанция, но мы защищаем пока что. Чё ты как, медик? Не хочешь меня осмотреть? А, чё, тебя ранили? Да, я слышал, кого-то ранили. Тебя ГПшка въебала, полетела. Ага.
Я на дроне сижу, говорят. ГП, я такой. А парни, к нам двигается терминатор второй сейчас. Будем с ним продвигаться. Так, давайте герань выходим. Двигаем дальше. Смотрим каждое здание. На крышу поднимусь. Из этого всего красного тела сложно найти, где конкретно рана, а где уж... Чё-то мне не слабо так зацепить. На торс. Да я вижу порезы. Хотя ноги сейчас лечу. Порезы. Кого-то рана на торс. Да, вижу. Все, по-моему. Да, а, подожди. Ага, вижу, на руке еще осталось. Парни, о! Поможем. Что там происходит? Мир. Это все хорошо, армат защищает здание. От нас, что ли? Давайте долечу уже. Давай. Конечно, вроде своим уже оттушно. Так, терминатор, вы оба сюда что ли? Прибыл только в количестве двух человек, а я и еще один. Ну, хотя бы пять человек, хотя бы что-то. Два человека. Ну, в общем, у нас пять человек. А нет, даже... Так, анархист, выдвигайся к нам. Но он еще живой. А он все, никак. Он живет. Как понял? Он мёртв, все. Он все, не актуальный. Ну, ладно, ждем тебя тогда. Так я рядом. Чё? Я мяточек обновил, посмотри. Не вижу пока что. Чё дальше делать? Чё с кручем? Чё вы сейчас делаете? Так, сейчас основную ситуацию и двигаться нормально, коленную там идти. А, ты тоже не двигаешься? Северо-восток, от вас. На камне. Сейчас, давай, двигайся к нам, мы будем продвигаться дальше. Мы зачистили не он. Военная база и радиостанция зачищена. Хрена вас знает. А военная база радиостанция зачищена, сейчас будем прилетать в военной базе, скорее всего. Или прямо отсюда начнем штурм. Есть медики? Да давайте на я медик. Ща, я сюда а своего дрона пригоню. Полярушку? Ну да, да, ща. Ёб твою мать, а чё ты все время терпел, не вы что ли? А я только, это, получил лечение сразу обратно. А, ну у тебя все. Все, да, у тебя все, да, кровь надо поставить. Что? Анархист, ты двигаешь, ты крал, ты у нас. Уже за твоей спиной все, минуту стоит. Может занять пока что круговую оборону. Я вот тут, блядь, на камнях. Какая у нас цель? Подожди, какая цель у нас сейчас на данный момент? Сейчас нам нужно. Дальше у нас последняя цель осталась, это авиабаза. И там будет самый ужас. Ага. Так. Все готовы? Терминатор 1, 2. Нет, конечно. Нет, ты не готов еще. Ну ладно. Первый терминатор. Здесь ГПшки остались вообще у тебя? У меня, да, были еще экрана. У меня. Смотрите, в МП3. 6 ГПшек. Полно. Сейчас. Слышишь? Марксман, блин, тебе что-то не прям что-то хорошо. Второй отряд, да? Тебе порез. Перегруппируемся, Грань. Я отошел ближе к дороге, сейчас будем сверху досматривать. Дрон? Костя, твой?
Ну, вражеских нету. Ну, мало ли. Сейчас тут пока что с высоты осмотримся. Поймем, как действовать. Это не разведывательный дрон. Если надо, могу разведывать, и мне сюда подогнать. Право 3-1, так потому что ты вышел. User left your channel. Ты вышел из отделения, потому там, что... Там, короче, у ангара вот этого ебанутого, там куча пять. Это ты право 3-1. А это Абрамс выбитый или нет? Он там стоит. Слышишь? Надо подсадить на Абрамс на дороге. Выбитый или нет? Нахуй его знает. Он выбит. Выбит. Отлично, выбит. О. Абрамс выбит. Вы там пробегали. Все принято. Давайте прикрепим. Вы про нее все слышали? Около нас. Не, я шпион. Все, птичка над аэродромом. Если дадите точно метку, обработаем. Нужно определенное здание отработать, потому что еще не понял. Вижу скопление пехоты. Тантеп. На связи. Ты Повец, на карте отключил. Видишь мои метки? Лазерные. Так, лазерные нет, конечно. Ну, короче, а поставил там? Метку, там пехота. Ага. Ну, поставил метку в дополнительный канал. Чьи одиночные выстрелы? А сейчас пойдет арта по твоей метке. Арта сейчас будет работать по пехам. А метка есть южнее, чем метка Морфий. Темно-синяя такая. Если можно вообще по лазеру, но... Ух ты.
Нам нужно меньше звезд. Можете немного сопрануться, я добегу до вас. По нам сзади что-то ебашит. А, вот сейчас я ищу его. Нарисовал, они двигаются в том направлении. По лесу двигаются. По нам со спины ебашит что-то непонятное. С радиостанции. Да, точно. А, с радиостанции? Да. Чего я на радиостанции? А, да, что-то работает, слушаю. Вижу на крыше. Не вижу. Он упал. Он с крыши упал, блядь. Там снайпер был. Наров нет, можно с пушки. А, ну я сейчас на гранатном дроне прилечу туда. Не, не он, не он. На крыше до сих пор сидит. По мне лупят. Спины как раз. Повтори. Повтори. Кстати, поможете, разрешаю забирать... Вражеской техники. Разрешаю забирать. Нашел, сейчас я ему гранату подарок скину. Граната его жахнул. Да, слушай. Живой. Снайпер минус. Лупят. Пехи, походу, дальше где-то закрепились южнее. Ох ты. Парни, так меня все слышат сейчас? Герань 1-2? Да. Проходим, защищаем здание. В южнее, севернее точки Морфи и как раз самой точки. Сокол, не знаю, сейчас запрошу. User disconnected from your channel. Сорян, но я левая, блядь, заебался в 10 играть, уже башка раз... Какие подачи? Thank you.
связь? Какая именно? Да, на связь. Окей, окей. Так, сейчас будем считать за одну минуту. Пролетел на дроне, прокидал бомбы. А, сокол подбит. Герань, входите в зону Морфий. Защищайте здание. Обе. Сто шестьдесят. Азиму 160 обратно. ПТ-шники есть? Неправильно делаю. Да, вещи. Компрессион, против фибринистриали, я выпустил. Против всего остального, да, вещи. Хорошо. Мне нужна помощь. Я тут в отрученном административном здании. Походу сокол покинул борт. Я сижу, чё не его, ё-моё. Прием, есть кто-нибудь живой? А, вроде он же. Вы сейчас уже в зоне Морфий? Я да. Принял! Работаю по Абрамсу, не уверен, попытаюсь выжить. Если это тот Абрамс, тут кажется еще живой Абрамс есть. Парни, по БК у вас нормально? Не очень.
Давайте. Мы пытаемся, а можно конкретно что-нибудь? Ты с кем общаешься? Ты в КВГ? А, ой. С юга, говорят. Герань, стягивайтесь на юг. Грандин. О! Перекличка. Так, у нас все, все в порядке, все живы. Анархист молчит, или он его не тушит с нами? Повтори. Анархист молчит. Или его уже нет? А, его уже нет, он выходил. Вижу, отряд пехоты двигается с юга. Враск и Брэдли. Брэдли, где-то Брэдли. Они достаточно настрадались.
Рисовал маршрут вражеской пехоты. Попроси авиацию отработать. Бродля уничтожен. А с востока отряд противников это, походу, последнее. Пират, отрабатывай! Земля к земле, прижмись, прижмись, прижмись! Отойди, 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 я это... Последок. Пуск! О-о-о-о-о-о-о-о! На связь. Ну, на этом мы с вами и закончим. Миссия подходит к концу. Дальше интересного ничего не произойдет. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Также ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Новое видео будет выходить раз в неделю. А основной отряд, мы двигаемся к вам с пиратами.